Так, вот. Я еду на смену. Так. Привет, дежурный. Алло, прям дежурный. Закрывайте переезд, едет поезд. Угу. Так, надо... Так, быстрее. Прием, закрывайте. Закрываю. Внимание, переезд закрыт. Прием, закрывайте переезд. Хорошо, переезд закрыт. Так. Ну, в принципе, и можно ждать. Вау! Это как он красиво проехал. Так, дежурный, когда следующий поезд? 5 минут. Ага. Так, через 5 минут, ну ладно. Все равно делать нечего. А, пока что в телефончике позалипаю. Прием, закрывайте переезд, едет поезд. Хорошо. Закрывайте переезд. Так, переезд закрыт. Так, надо ожидать поезда. Это ж 2Т116. Классно. Дежурный, когда можно уходить с поста? Прием. Когда можно уходить с поста? Ну, сейчас минуту можете уже... Ой, сейчас, подождите. Можете через 5 минут уходить, потому что следующий дежурный по следующей смене немного задерживается. Понял, все, спасибо. Так что ожидайте. Угу. Можете пока сдать все свои принадлежности. Угу. Хорошо. Пока что положу здесь все вот эти вот флажки. Жилетик. Ой. Жилет пропал. Ну, да. Так, ну все, я положу все свои вещи. Алло, дежурный. Прием. Что я... такое? Можно уходить с поста? Стой! Успокойтесь за вагон. Это на сборочный парк он едет. А можно уходить с поста, дежурный? Ой. Можете уходить с поста. Угу, спасибо. Угу. Вот мне очень хотелось посмотреть, что там была за проблема. Скоростью. Ой. Поезд сошел с рельс. Ой-ой. Это вообще... Так, а на другой стороне? Ой, все тоже хуже. Поезд полностью сошел с рельсы, все тем более... Столкновение! У нас полностью вокзал снесло. Почти полностью вокзал снесло.
Так, ребята, я вам сейчас полностью покажу. Эту всю проблему. Вот, ребята, такое у нас столкновение. Если вам понравился данный видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайки, подписки. Надеюсь, мы наберем. Если вы хотите такую же рубрику, то наберите 2000 просмотров, 20 лайков и 10 лайков. И тогда я точно сниму эту рубрику. И, пожалуйста, давайте за это наберем... За этот месяц наберем 50 подписчиков. Надеюсь, мы сможем. Ну все, ребята. Давайте прощаться. Надеюсь, такого больше не произойдет. Конечно, такое столкновение никогда в жизни не видел. Но если вообще вам эта рубрика понравилась, то наберите 2000 просмотров, 20 в комментарии, 10 лайков. Тогда сниму эту рубрику. Ну ладно, ребята, если мы наберем столько количества просмотров, комментариев и лайков, то я точно сниму эту рубрику. Ну ладно, ребята, спасибо за просмотр и всем пока!